Здорово. Только гулял сегодня. И договориться не дали ничего. Ни покаяния, ничего нету. Я овса безгласен пристригущим, а то перед заколающим. Все. Больше никогда не зайдешь в этот грязный денник. Последний раз на машине прокатишься и все. Уйди, не мешайся. Уйди. Вот он. Уйди. Поедет на далекую сторону. Уйди, не мешайся. Трупоедом. Это родной брат Антона Павловича, Павел Павлович Чехов. Он их всех называл так. О, и ноги свяжут, и руки. Вот так чеченцы вяжут, плен берут и головы режут. Как баранам, говорит. Сравнивает с бараном. Все. И ты попался, поди скажет. Надо же, как же так? Они еще не знают. Но, может быть, нас на расплод куда-то везут. Может, там нам овечек хороших приготовили. Будем на них смотреть и играть с ними. Прыгать на них. Все. Забляю. Игорь, нам потребуется много отработки. Сколько ты можешь дать? Я не смотрел, надо смотреть. Посмотреть нет, значит, голимой солярки дать тогда. Промазать каждую доску с двух сторон. Нет, что там, считай за нами. 35 рублей стоит. А? 1 литр 35 рублей. Ну и все. 35 заплатим. Все, покупайте. Разговоров нет никаких. Так это, слушай, ты сегодня не мог бы со мной на тот пруд пройти еще нет, раз посмотреть? Я не смогу сегодня, нет. Я сейчас занят. Потому что мне совет нужен. Ну, сейчас я занят. Ну ладно. Все, поехали, моя вещь. Горе-то какое. Это все грехопадение. Вот оно как. Последний поворот. Вот так ощущался человек. Призвали его на фронт. Пошел, простился, родные плакали. Это на фронте. Сейчас берут в армию, никакой нужды нет. А я помню еще, у нас как было здесь. Сохранилось, видимо, послевоенное. Тут продолжение. Не на ту кнопку нажал, у меня выключилось. Барашков повезли. Вон там еду несет далеко, видать, моим кошкам, собачке Никита. Вот, раньше, я еще помню, брали когда в армию, вся деревня рыдала, плакали, шли. Даже за покойником так не шли. Но они все возвращаются домой, войны-то не было уже. Это я помню, Семена Плешкова тут других провожали как. Остается это в памяти. Вот я вышел сейчас в деревню, сегодня у нас 17 сентября 2015 года, мы возимся здесь, и каждый день непогода. Только договоримся, что приедет КамАЗ, привезут песок, все отменять. Грейдер договорился, отменять. Отмена, уже ничего не сделать. Сил никаких нету, всего осталось Никита да Володя двое. Огромная работа. Бетонировать. Ни цемента, ни щебенки, ни поднести подъезда нету. Ясно дело, что весной все смоет. И поэтому решили делать деревянное корыто, или как сказать, сливы большие. Вот сейчас, если успеем что-то сделать, сделаю. И даже привезти-то никак. Договорились о большие, это по 40, наверное, сантиметров, по 30 плахи были. Нету таких, по 20 сантиметров. Ну, покрутился, а что, по 5. Это моя голубятня. Вот. Вылезли. Только по 20. Ну давай, ладно, по 20 согласился. Шириной 20. Длина 6 метров. Но только хорошие. Увеличили стоимость уже в 2 раза. Вот раз мне надо хороший лес, отбирай. В 2 раза дороже. Пришлось 40 тысяч отдать. 40 да с лишним еще. Ну ладно, это как будто это терпимо. Вот у меня вторая голубятня, раннее утро. Вот. Показать голуби на крыше. Вот они.
Сколько на зиму голубей оставить, тоже не знаю. Осталось 30, и кормить надо, они много, жрут, никогда не наедаются. Самая прожорливая скотинка, какую я знаю, это голуби. Но красоты сколько в них. Усиное выгнали, скотину гонят. Я начал с баранов, говорит, вернемся к нашим баранам. Вот. Жалко. Уходят, ничего не знают. Ну, а когда уже зарезаны, тут уже все, шкура отдельно, ноги отдельно. Уже барана-то нету, а есть только вещи, которые от них остаются. Вот там взлетают, играют. Гонять даже некогда голубей. А везде грачей, грачей. Какая несправедливость. Грачей миллионы, и ни одного выстрела в них нету. Утка может только на воде быть, ее легко искать, она на воде спасается. Миллионы выстрелов начинаются, они понять еще не могут. Вот над озером, над прудом-то носятся 2-3, и уже ничего нету, все переколотили, едут охотники. Им она не нужна, ну какая несправедливость-то. И та же птица, такое же мясо, и которые стреляют, они исто ее не будут. Кого там, прям совсем маленькие, меньше голуби. Ну, открыли бы стрельбу по грачам. Грачей стаи страшные, небо застилает. Вчера смотрели, даже сели на тополя, и листьев, кажется, меньше сколько. Ни одного выстрела нету. Ну, какая это справедливость? А вот так привыкли. Вот плоды грехопадения-то какие. Все не так. Вчера у нас был архиерей, уехал. Вот сейчас мы опять своими делами занимаемся. Все, что надо, промазывать доски, искать с чем. Сейчас только сказали, литра 30 рублей стоит. Ну, стоит, не стоит, надо брать у Игоря, купить, промазывать. О, Исааки, давай. Доброе утро. Ой, какие красивые. Вон на одного наляпали-то, как они на него. Где-то лежал, видно, оправились на него. Коровушка. Вот так. Баранов жалко, я про баранов говорю. Альбачки говорят, отпусти ты их, пусть они куда-нибудь идут. А куда уйдут-то они? Волки задерут опять же. И это все безвыходно. Только так, как уж есть. И в жертву приносите официально. Даже Авель заколол, уже это знал. В жертву Богу принес он не свинью же, конечно. Вот мы напротив нашего скворечника, тут я живу, сплю летом. Виктора тут, это на него все. Одел Андрей Дропот. Строил, я ему давал материал, он сейчас в городе живет. И вот все отменяется, все намеченное, что было, заново перезвонишь. Люди говорят, не постоянно, ну как нельзя нам глина, все это за колесами пропадет вся трасса. Вчера по ней проехал архиерея, а я сзади стоял. И вижу, машина покачивается у них. Ну, как бы вперед-назад. Это означает, поверхность неровная. Только сегодня надумал вызывать грейдер. Опять нанимать. Это же не игрушка, сколько стоит. Выровнять сначала грейдер. Грейдер ушел, начинаем возить песок. Песок договорился примерно на 20 КАМАЗов. Это под 60 тысяч подкатывается. Теперь надо грейдер опять. Он разгладит. Развезет, потому что это невозможно вручную ровно сделать-то. Вот. После этого крупный щебень. Это, вот сейчас подготовить, это раз грейдер вызывать, на песок разгладить два, на крупный щебень три, и сверху мелкий щебень четыре. Четыре раза нанимать грейдер, пригоняли, чтобы его сюда, километров за 20. Понятное дело, что самому делать абсолютно невозможно. Ну вот решились эти где-то там 300 метров въездов потеряев, куда дороги сделать-то. Тут нынче позволяет средства. Помог человек один. Дай ему Бог сил спасти душу свою. Вот так отошел.